Всем приветики, с вами Вика, и сегодня мы будем играть в хоррор-игру, но это не Until Dawn. Не выключайте видео, пожалуйста. Называется она... Мама. Ну, на самом деле, я считаю, что все хоррор-игры, тем более мобильные, а это мобильные, хоррор-игры про маму, они страшные, потому что вот особенно мама после собрания, если придет, она тебе как леща даст, мало не покажется, да? У меня сейчас такого не бывало. Она просто за кадром сидит. На самом деле, почему я решила в такую игру сыграть? Потому что эту игру сделал видеоблогер Винди. Вот мне лично стало очень интересно посмотреть на эту игру, поиграть в нее. Тем более, он говорил, что сюжет у него вот такой вот крутой, клевый, с клевым твистом, поворотом неожиданным. И он меня заинтересовал этим. Ну и, конечно, я хочу поддержать его, потому что, блин, так клево выпустить свою игру. Я тоже хотела летом. Но, как видите, игры нет, потому что у меня нет силы воли. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал и в комментариях писать, понравилась вам игра или нет, и что вы о ней думаете. Ну, а мы с вами приступаем. Собери 5 коробок и сложи в них торт. Ох, как все сложно, ладно. Что это за человечек? Это я? Почему я выгляжу как куколка с пуговками? Ну, ладно. Ой, я просыпаюсь. О, у меня что, день рождения? День рождения, сын? Вы видели, там изображена семья? Ладно, потом скажу. Там изображена на фотографии семья. Там мама, папа, сын, по-моему, и кукла опять. Почему кукла? Непонятно. Почему она на семейной фотографии? Непонятно. Так, все, я начала игру. Я буду играть криво, потому что это эмулятор андроида. Блин, ребят, что вы ждете от этой игры? Вернее, от меня. Так, нам нужно собирать с вами коробки, попутно пройти мамы какой-то. Мамы. Мамы. Почему она находится на мне? Почему я уже по какому-то гигантскому заброшенному складу? Еще какие-то коробки. И, блин, мне страшно. Я, кстати, ее шаги слышу. Ой, блин! О, господи. Это было очень неожиданно просто. Так, давайте возьмем у нее второй шанс. На самом деле, я сюда залезла, пока настраивала все. Пойдем уже куда-нибудь. Блин! Куда я пришла? Вот где она. Понимаете, когда я не бегу, я иду, ну, гипермедленно просто. Потому что фоточки чьи-то валяются. Как тут такой красавчик? Ой! Какой-то пацаненок. Ну ладно, смотри. Почему тут везде розовая краска? Как это подобрать? F. F! Пробел, точно. Я забыла. Саремба. Ее можно слышать по шагам. Что, будем прислушивать? О, май год! Присядь. А меня здесь нет. Пошло нафиг. Мама, отстань от меня. Мама. Присядь, нас здесь нет. Нас здесь нет. Нас здесь нет. Ой, блин. Ой, из-за угла вышла. Дала мне леща. За что? Где я? Ой. А что это такое? Где? А что, встать не могу? А что, встать не могу? Я не знаю, что это такое было. Have you been off here, ребят? О, блин. Стрёмненькая игрушка, да, как бы? А так как я пугаюсь с любого шороха... Помогите. Help! Блин, реально, слишком... Знаете, слишком большая разница между бежать и не бежать. Я пытаюсь понять, как далеко она от меня, и скоро ли она меня найдет и убьет. Вообще, нам не ясно, что она с нами тут делает. То ли убивает, то ли... Вот она просто садит нас в комнату и стучится к нам в дверь. Дверь, выпили! Я выйти из кабинета не могу, 2 часа. Она меня тут выслеживает. В общем, побежали куда-нибудь. Уже. Здесь ничего нет. Здесь тоже. Мы с вами просто спрячемся. Все, я буду перебегать из одной комнаты в другую и прятаться. Конечно. Я видеть больше ни на что не способна. Так, я могу здесь прятаться. Хорошо. Очень хорошо. А почему? Меня иногда телепортируют непонятно куда. Я смотреть начинаю абсолютно не в ту сторону, в которую хотела изначально посмотреть. О! Все, нам нужно идти к тортику. Я уже запомнила, где этот тортик. О! Отлично. Зачем мы упаковываем? Так, давайте спрячемся на всякий пожарный. Закройся.
Она ходит и хлопает кому-то, судя по звуку. Она мне хлопает, какая я молодец. Зачем мы с вами собираем в коробочке тортик? Кружечки. Они такие маленькие по сравнению со стульчиками для каких-то лилипутов. Ну, то есть для детей, да. Именно это я имела в виду. Это художество вытворяет. Ой, цветочек без глаз. Оп, смотрите-ка, я могу ведь спрятаться сюда. Блин, тут, по-моему, на все помещение два шкафчика, насколько я могу заметить. Ой, я куда-то вообще в другую локацию попала. Это, наверное, выход. Здесь нифига нет, я что-то ничего подобрать даже не могу. Похавать бы что-нибудь тут. Смотрите, сколько кружечек. Так, так. Ну-ка, что ты хромаешь? Ой, ладно. Раз уж ты решила, что не хочешь меня на сегодня убивать, то тогда пойдемте отсюда. Ой, ножик. О! Тоби, конец! Мама, ну что? Настал мой черед рубить и кромсать. А как рубить и кромсать? Он что-то этим ножом ничего не делает. Зачем он мне? Непонятно. Ладно, может быть, мы им что-нибудь сделаем потом. Маме нашей дорогой и любимой. Которая пытается нас сожрать, возможно. Ой, да блин, ты заколебала тут у входа маячить. Дай мне выйти, пожалуйста. Кстати, коробок нигде нет. Я обошла три здоровенных комнаты. То есть столько ноутбуков. Прикольно. Мог бы взять хоть с собой один. Такой сказал бы, типа, эй, мама. Ну-ка, давай. Оп! Эй! Нифига у тебя руки. Нечестно. Я требую второй шанс. You shouldn't open. Тебе не стоит открывать. Ну, хорошо. Это что такое? Это как? Это зачем? Это для кого? Блин, эти канализа... Ой, не канализа... Ой, господи Иисусе, прости меня, пожалуйста. Я абсолютно не хотела тебя тревожить. Я закрылась, да? Ха! Я испугалась, блин. Она прям руки сюда протянула свои. Чуть не убила меня. А что там такое? Она почему-то именно туда, прям обратно ушла. Дорогой мой друг, объясни мне ради бога, тогда ты зачем нож взял? Ты даже обороняться не собираешься. Ой, блин, отстань от меня, женщина. Перестала работать управление опять, да господи. Блин, тут нельзя спрятаться. Ой, а он как раз сюда хромает. Во-во, иди-ка отсюда. Так, мы с вами вообще в какую-то запретную зону, судя по всему, пробрались. Ой, тюрьма. В школе? Это как понимать? О-о-о-о! Мама, отстань. Блин, он реально ничего ножом не делает, он как... Идиот. О! Это как понимать? Вы видели, какой-то рисунок набрала? Блин, сначала! Да вы что, издеваетесь? Ой, нифига себе, я что, не заметила, что ли? Капец, я тормоз. Ой, все, ребята, ну как бы до свидания, вы были хорошими друзьями, так сказать, для меня. Но мамка меня съела. Прошло 20 минут видео, а я еще ничего не нашла. Я такая веселая сижу, блин. Ничего не прошла, ни сколько процентов игры. Блин, зачем он мне? Может, нужно тортик разрезать? Ой, почтальон вернулся. Чтобы вы знали, почему я назвала сейчас своего кота почтальон. Ай, ну Сэм, у него есть сумочка. Он теперь ходит и письма разносит, между прочим. Так, пока я сам возилась, я вообще... маму из виду потеряла. О, коробка! Коробка. Где торт? Вау! Блин! Я буду гномиком с ножом. Мне кажется, гномик с ножом это вообще страшная штука. Блин, а откуда это вообще? Ой, блин. Ой-ой-ой, не трогайте меня, мамочки. Не горюй просто. Я спряталась вообще-то. Господи, боже мой, сколько можно начинать с самого начала? Я уже устала от этого. Так, я нашла какой-то ключ. Я не знаю, что это за ключ. И тут не подписано чего. Блин, отвали от меня.
Манала уже. Ходит за мной, ходит. Так, тут есть у нас вот что. Смотрите-ка, сколько у нас предметов заспавнилось сразу же. Есть еще молоток. Молоток мы, наверное, можем использовать, чтобы убрать вот отсюда доски. Да. Теперь... О, отлично! Мы с вами теперь можем найти выход. И выйти абсолютно в любую комнату, в какую только захотим. Через вентиляцию. Это не вентиляция, я не знаю, что это. Ну ладно, это даже хорошо, что у нас появилась такая вот возможность замечательная. Так, восстановим немножечко энерджи нашу, силу богатырскую, и пойдем брать ключ. Нифига себе, я типа шарю, понимаете? Прибежала сюда, значит. Нам звонят, нужно взять это, трубочку, но что-то я пока не могу, она меня караулит прям конкретно. Son, how are you? Can I do something for you? You know, it will be better if you eat something. I understand it's hard for you. For us. After that day. Tea party. You know, not everyone will handle that. I'm sure she will be glad if you had something to eat. If you need anything, just call me, okay? I'll bring you lunch. Итак, пока она меня не нагнала, она меня догоняет! В общем-то, я хотела сказать, что очень странный разговор состоялся. Сейчас сожрет меня, сожрала. Короче, состоялся очень странный разговор, монолог вот этой женщины. Возможно, это мама. В общем-то, прикол в том, что какая-то чайная вечеринка прошла. И этого сына куда-то отправили, и ему из-за этого типа больно, вы что, куда меня отправили? И, в общем, я так понимаю, что этого сына отправили вот кому-то сюда, в школу, после чайной вечеринки. Ха, класс. Ладно, давайте пока на этом закончим, я думаю. Вот мне пока ничего не понятно. Игра прикольная, она сделана забавно, так поиграть можно. Что-то типа Грэнни, реально, я бы сказала. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, комментировать обязательно. Ну и на этом все, с вами была я, Вика. Всех люблю, целую. Пока-пока.